Что я хочу сказать, что я была не права, конечно, я была очень не права. Я понимаю, что я зацепила ваши профессиональные чувства, но вы же понимаете, что все вот, скажем, мои некорректные высказывания в адрес, ваш адрес, ну, в общем, они были спровоцированы вот этим непонятным опросом. Но на меня это подействовало как, ну, как последняя точка терпения, понимаете? Вы же понимаете, что если бы я, ну, как сказать, действительно хотела бы вам навредить. Или вот ты, ну и просто темперамент. Темперамент такой, да, взрывной характер. Потому что я возмутилась. А вы что делали? Вы взяли все, выложили все эти сообщения. Вы выложили мои фотографии. Зачем вы это сделали? Вы понимаете, вы меня опозорили на всю страну. Вы выглядели бы более профессионально, Даш, если бы вы дали возможность высказаться другой стороне. Но вы же не пошли не по этому пути. Вы же пошли по пути хайпа. Зачем? Извини, Даша. Я была не права. Ну и вы тоже. Понимаешь? Всего хорошего.